Обе безработные. У меня. А? Да, пока. Мы запустились вообще. Вроде да. Где чат? Почему не вижу чат? Аня, все, вижу чат. Всем привет. Опа. Кажется, я нашла часть жеребца. Опа. Мой. Короче, сейчас пойдем. Чувствую, сейчас найдем. Тут есть конюшня. Сейчас чихну. Сбила. Ну, решили рандомно покататься на лошадях, почему нет? Тренировку плана перешла. Почему в разные стороны ушли? Стоит. Ладно. Вот, сейчас узнаем, можно ли. Мы просто не знаем, там что, записывается, не записывается, что, как. Главное, в штанах, потому что я первый раз поехала в велосипедках и ужасно терла себе ноги. Очень больно или, было. Или промерзла. Ну, между ног что у нас? Интересная какая. Стрип с охранником, да. Это неугомонные бегают уже часа полтора. А я все топаю и топаю за ними. Кто катался на лошадях вообще? Кому нравится? Вот ищем жеребца этой мадам. Слева иди. Я пытаюсь читать просто еще. Может, не вернуться? Спасибо, чтобы им было неудобно, да? Ты на том стриме уже переворачивала. Отстань. Их укачала. Ну, многие занимаются конным спортом. А ваши советы, как кататься на лошадях правильно? Вот так? На руках? Да, вверх ногами. Спасибо. И отжимаешься. Вот так, сейчас будет хвостик, сейчас будет смотреть туда, я сяду так. Тебе не дадут так сесть. Да? Нет. У меня тогда отвратительный инструктор была. Хамка просто такая. Знаешь, типа, ты что, не умеешь кататься? Вот так она, ну, типа, того разговаривала. Не очень приятно было. Где вход, я не помню. О, а, вот. По запаху идем. Шоки. Шашлыки. И тут же перебивает запах. А мне на футболку перейти. Может, сюда зайти или там есть? Ты уверена, что ты хочешь сделать это здесь? А где? В конюшне. Ну ладно. Рядом с остальными жеребцами. Влад дома. У нас выходные что-то. Вчера мы хотели постримить. В итоге все... Ну, что-то у нас такой график был, что всем нужен был срочно отдых. Поэтому ничего... И сейчас мы не договаривались не стримить ничего. Это рандомно получилось. Мы с Владом не ругались. Все в порядке, если что. Да. Мы приедем к нему, возьмем с собой вертолет и запускаем. Что, сегодня? Нет, завтра, наверное. Завтра после тренировки. Ну а что, после тренировки-то не это? Ну ладно. Мы, походу, пришли. Раз избушка, это сюда. А мы как с нашим конем пройдем? Что, я же не буду с собой ездить. Кто-то же должен снимать. Правильно? Да. Блядь, вечно нас куда-то заносит. А? Ну а как ты хочешь? Здрасте. А на лошадках можно покататься? А у кого узнать? Так, кого будем? Да, малыша будем катать. Вот эту мадам маленькую. А сколько стоит? 600 рублей. Ага. Где-то 1500 метров. Где-то 15-20 минут катаемся. Ну, для начала хватит, попробуешь. Вот, смотри. А переводы можно? Переводы можно? Давайте на наличку. А, нет налички. Пойдем сходим с ними. Вот смотрите. Я не хочу здесь показывать. А как ты хочешь? Я хочу по лесу. Да ты не, где ты в Москве найдешь по лесу? Где? Да откуда ты выезжать в Подмосковье? На Нижний. Ну, давай наберешь. Наберу. Че, не хочешь? Ну, давай для начала ты хотя бы попробуешь. Это тут шлем еще сырёный. Да для начала надо попробовать на маленькой. А что, на пони меня поставит? Нет, в смысле на маленькой этом. Как это? Чего? Не хочешь? Хочу побольше. Интересная территория была. А что ты покупка? Так, чат, голосуйте. Прокатить ее или нет? Я за то, что прокатить. Я считаю, она должна попробовать немного. Тебе понравится. Хотя бы немножко. Я каталась. А, да? Тогда пока. Как ты каталась? Там, наверное, не помню. Что-то придумала, тебе приснилось. Значит, они все хотят, чтобы ты покаталась. 15 минут, ну? Я ее уговариваю, чтобы она покаталась. Боже, сейчас я поеду. А где кататься? Мне сними, пожалуйста. Нет, наверное, ну это отдельно, наверное, ребята занимаются. А где мы будем кататься? Нет, в смысле, узнаем. Они позанимаются, потом ты. Ну, пойдем узнаем.
Иди узнай. Нет, пойдем, ты узнаешь. А что узнать-то? Где кот? Над тобой смеются. А через сколько можно будет покататься? С остальными? А, все, пошли. Все, она будет в лесу. Все, она довольна. Телефон дай оплачу. Я боюсь. Я боюсь. Давай, не бойся. У меня нет телефона. Да он не будет держать тебя. На, держи, мой. Господи. Ой, блин, я испугалась. Там можно зайти, подснять лошадей. Давай. А как? Мне надо платить? Ну, давай. Подожди, а как мы заплатим? У нас нет наличных. Переводим. А можно. Я все решила. Вот по лесу. Вот сейчас будете ходить, а мы за вами с Пабло будем бежать. Я на Пабло поеду, короче. Запрягайте, хлопцы, Пабло. Ой, я не сделала, что мы стримим. Мы? Джинсы. А куда он ушел? Короче, залетать на стрим, сейчас вот эта вот мадам будет на лошадке кататься. Грим надо будет сделать или нет? На вот эту. Куда мы с тобой идем? Грим, в смысле, макияж. Куда мы идем? Подожди. Ну, вот сюда. Я не знаю, что это. Да и... А, не знаю. Ну, подожди, давай потом работу решу. Вон, тебе ведут. Снимай. Давай, Пабло. Снимай. Да переверни. Что, маленькая? А как сейчас запрыгивает на нее? Мне сейчас Пабло обосрется от страха. Будет классно, если бы ты взяла телефон с собой туда наверх. Наверх? Да. Ну, передашь мне в процессе. Mm-hmm. Оп, какая. Давай. Давай телефон. Так ты переведи сначала. Да, ё-моё. А продиктуйте, куда переводить? Пабло, не бойся, не бойся. Мы не поедем на лошадь. Покажи ему. Так, главное, чтобы телефон не диктовали. А, угу. Давайте переведем. Можно сначала перевести? Так, Витя, прожектура. Ага, я пошла. Мы ничего не видели. Эй, ничего не чувствуется у меня голос дрожания. А, все? Перевели? Угу. Сейчас подождите секунду. Еще и Пабло. Паблуш, не приставай. Можно, можно? Аккуратно. По-быстрому, да? Еще хорошо. А на мы коне. Они рычат, как динозавры. Блин, а мы что, жопу снимать будем? Ну ладно. Когда спрашивают, кого ты ждешь, я отвечаю, Киру на белом коне. В чате пишут. О, это я на каблуках захожу. Я со своим конем. Пабло. Паблуш. Я не знаю, что вам комментировать, я кроме жопы ничего не вижу. Что Кирины, что Чебурашки. Пабло, аккуратно, я боюсь. Вот, это мой размерчик.
Что, возьмешь их наверх? А? Почему? Ой! Я без лошади спотыкаюсь. Сейчас догоним. Сбоку будем идти. О! Стрим веду, Пабло веду. Очень удобно. А как? А что я не катаюсь? А как я буду кататься? У меня Пабло. Да, конечно, ей надо. Вы посмотрите на это довольное лицо. Стрим сохраняется, да, всегда сохраняется. Если мы ничего не нарушаем. Рука устала. Ой, боже. Рублей за прайс передаем женщине. И тебе чат пишет. Зачем мужики, если есть Кира на коне? Покажи лицо, Кира. Ну куда? Она пока меня испуглила, подожди. Испуглила. Новое слово в нашем словаре. Поблушь от копыта. Отойди, пожалуйста, я боюсь. Прикройся, чего ты. Там самокат. Спасибо. Это что? Коня, это она, это Чебурашка. Он прям на сидушке написано Чеба. О, как Сёма и Кира, только Чеба. Везде четыре буквы. Теперь ты будешь Чеба. О, сейчас перевернуть тебя сразу. Хотя бы перевернуть. Аккуратно видишь. Пабло, если тебе школу, нужно будет убирать. Пабло. Все, да. Документом, а ты лошадку зовут Чеберина. Чеберин? Да, Чеберина, это документ. Как ты ее делаешь? Да, да. Давай, ребят. Блин, как страшно подойти. Пабло еще убегает. Пабло, потом. Все друзья потом. Сначала первый ребенок, потом второй. Все, здравствуйте. Я у аппарата. Опа. Красиво снимай. Побольше кадров, побольше. Ой, где чат? А, все, на месте. У меня зрение 100%, но я постоянно щурюсь, дурацкая привычка. Что за машину у вас прокатите? Машина на машине получается. И вот еще машинка. После Кири будет Пабло кататься, да? Я вообще сейчас на Пабло сяду да поеду, он заправлен уже. Он уже гуляет, мне кажется, 3 часа. Ребенок устал. Ну что, сняла? Снимай, снимай. Как ощущения? Тебя чат спрашивает. Нравится? Да, не укачала? Нет, нормально. Знаешь, как он уверенно идет? Он знает, куда идти. Пусть. Какой у меня страх? Ой, я не знаю. Ну, на одном из квестов я узнала, что у меня страх любви, а остальное... И все. Но у меня нет такого, чтобы я боюсь, типа, высоты или еще что-то. Крысы, можешь? Ну, и ты их не боишься, они просто мне противны очень. Знаешь, они... А так не знаю. Змеи? Нет, нормально. Не знаю, короче. Еще узнаем. У нас градусов 15, мне кажется. Спину ровно держи. Тебе подписчики раз 50 написали. Ну-ка ровно спину, не горбайся. Ровно, красиво едь. Для фотокарточки.
Нет, на квесте я влюбиться не успела. Там просто... Там очень прикольно актер отыгрывал и спрашивал главные страхи наши. Там мы стояли с закрытыми, завязанными глазами на краю какой-то высоты. И нас спрашивали, чего мы боимся в этой жизни. А, да, там у каждого была философская тема о страхах, того, чего мы боимся. И он давал такое напутствие. Да, очень круто. Потом было действие. Не рассказывай. Не рассказывай. Угу. Что, дать вас еще раз, Кире? Там интересно? Поблушь, отойди с дороги. И застрял. Ну, конечно. Чебурашка поумнее. Так, дайте мы ее спереди снимем, ребятам. Ой-ой. Какая красивая. Да. О, какой кадр. Опа. Держимся, да. Идем дальше гулять. На еще их. За трапезом. Да. А что ждать? Надо действовать. Фанка в Казахстане. Сон, что по поводу Казахстана? Что, с Казахстаном проблемы, площадки слишком долго отвечают, мы, скорее всего, полетим в мае уже. Полетим в мае, скорее всего. У нас одно мероприятие в начале мая. После него как раз я думаю, что полетим в Казахстан. Город будет Алматы. Куда? Прямо. А мы в воде пойдем? Еще раз. В воде пойдем? Да. Ты уже недовольна. Довольна, наслаждаюсь, молча. Наслаждайся. Пабло, натяни. Самая высокая лошадка, это на вторых герой, 1.70 м. 1.85 м. А, 1.85 м. Ага. Есть вот. А пони до какого веса? Это весь второй. А. Какой? Какой дядя? А, в нем проходи. А, да? Чего ты не говоришь с ним? Давай мне. Ну что, я читать не успеваю, как обычно. Всем здорово. Коню не тяжело машину нести.
Фотосет мафии, наверное, сегодня выйдет. Первая часть. Первая голова, да. Все, муж провел с днем рождения, поздравляю Снежана. Снежана, с днем рождения. У нас тепло, я говорю, градусов где-то 15. Михаил Круг. Спину ровно. Пока. Мы уже ушли оттуда. Так, с Владом мы не поругались, если что. Мы сами неожиданно пошли. Да, Кире нужна... Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Где он? Кире нужна была пробежка, мы пошли. Там нам нужна была вода, мы пошли. Я говорю, а тут ложки, поехали, пойдем, и все. Собственно, ну это как вы говорили, что то мы в газели, то в вертолете будем. Это коротко о нас. А сегодня мы на лошади. Все добро. Ой. Потом заведешь, она на занятия. Она сейчас идет. Да, заведешь ее. А ну-ка, дайте вот здесь, вот для елочек страну. За автопром корабль, да? Если бы нашли, было бы прикольно. Сфоткать? Сейчас я вас куда-нибудь поставлю, подождите. Я вас сейчас заберу. Сейчас, сиди. Сейчас я телефон поставлю. Секундочку. Ой, там не видно? Ребят, ну сори, надо фотку сделать. Так, Паблуш, ты за главного? Смотри за телефоном, не убегай. Если что, звони, пиши. Мы рядом. Телефон мой. Паблуш, Паблуш! Паблуш, дай! Я не знаю, что там видно. Подождите. Ждать, ждать. Там уже миллиард фоток. Сейчас, подожди, для видоса один кадр. У меня морковки нет, не продала. Они едят морковку, мы я их кормила. Знаете, что много чего едят? А почему они так сахар любят? Ой, вы упали, смотрите. Сейчас. Сейчас, Кира, поехал. Блять, мы с Пабло застряли. Подождите. Сейчас. Надеюсь, стрим не выключился. О, не, вы тут. Здорово. Бандиты! Че упали-то? Лежали, на небо смотрели. Небо Аустерлица. Ты что, зайчик, что испугался? Все, все хорошо, все, все. Ничего страшного, все хорошо. Все, все, дыши. Дыши. Что испугался? Пойдем, пойдем за ней. Тут у нас утро, конечно. Интересно выдалось. Мне жалко приблизить не могу. Ну, она сползает. Опа! Машина с машины слезла. Пабло уронил. Ах ты хулиган. О, кролик? Смотри. Смотри, какой огромный. Да. Там еще там есть. Да? А там кто? Я помню. Там темно. На улице.
Никого не вижу. Вот там. О, так видно. Ой, Пабло их любит. Ой, какой он огромный, он больше Пабло. Окрас прикольный. Как Марка моя будущая. Костика виляет. Не Костя? Там Пабло? Да. Нет. Пабло вообще, по-моему, кусаться не умеет. Такой дурачок местный. Пойдем. Зайчик, ты к нему не залезешь. Там он клетка. Не теряет надежды. Смотри, чтобы не лизались. А? Чтобы не лизались, смотри. Сейчас, подожди. Все, пойдемте кушать. Пойдем. Алло. Ой. Спасибо. Итак, собственно. Как непривычно тебя снизу снимать. Я уже привыкла вот так идти. Итак, это было, как это? Тест-драйв лошади. Так. Так. Ну, не BMW X7, конечно, но тоже неплохо. Одна лошадиная сила. Одна лошадиная сила. Единственный минус. Как его? Панорамное окно? Нет, это огромный плюс. Минус. Обдува сидений нет. Держателя тоже нет. В целом, управляемость хорошая. Подвеска очень жесткая. Вот прям... Да? Больно? Да, так нормально. Я прям чувствую каждую эту... Да, кого чувствуешь? Что это такое было? Типа, ну, каждую яму. Амортизация не очень, короче. Не, амортизация хорошая, но подвеска жесткая. То есть, ну, чувствуешь, что так достаточно. Достаточно. Чувствует. Да. Чувствует. Да. Водила чувствует мой вайп, он начинает шишковать. Молодой бущий, дю-дю-дю-дю-дю-дю. Да? А ты что хотела? Пока. Иди. Куда? Рассказывай. Давай, чайчик, я сейчас буду зачитывать тебе вопросы, она не увильнет от них. Налево. Откуда худи? Это Фил, старая коллекция, у них сейчас уже их нет. Мы их со склада последнюю забирали. Подогрев руля есть? Нет. За уши. Тоже нет. За уши берешь и все. Они подогреты. Там было видно, как я снимаю? Да. Нет. Пожалуйста. О! Почему не села на лошади? Я каталась, мне не понравилось. У меня испортилось впечатление. Знаете, я так мечтала и вот села в шортах первый раз, так натерла все. Расстроилась и больше не хочу. Я хочу только в Казахстане в горах покататься. Да. Аккуратно, самокатчики. Лихие, лихие. Ой, не снимаем. Почему? А куда мы пошли? Подожди, нам... Ты что, с тобой пошла? Нам не туда, нам туда. Через мост? Угу. Мысли о тебе ночью мешают спать. Кира, так что с гитарой? Мы пальцы размяли, что дальше? Дальше, как на балалайке. Оркестр получается. Какой рост у Киры? У Кирты. 2,50 сантиметра. К вечеру так. Ну, встаю немножко до 185 где-то опускаюсь. Утром снова 2,10. Кушать будем? Вот как раз идем. Угадывай мой вес. Мой вес. 135. Одна рука. Да. Да, мы как раз идем кушать. Там какая-то кафешка есть, ресторанчик. Сейчас пойдем туда. Давай, есть варианты? Сколько я вешу? 56. Сколько? 56. 60-63. Пока все мимо. Пока все, да. 60-65. Что за оскорбление в чатике понесли? 65. 1. 82. 63. 75. 54, 48, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 45, 51, 59, 1985, 71, 57, 53, 69, сколько? 71. 71 килограмм ярости.
Тоже. Опа. Хамло маленькое. Ага. Вы наращивают. Как грибов. Че, неси. Ой. У меня рука устала. Че? В рюкзаке. Кого, небо красивое. И я тоже. Что-то цифры в чате обсуждали вес этого кабана. Да. Стрим сохраним, да. Покажи поближе. Кто хамло? Не помню. Каблуша. 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 Зачем? Че? Куда? Туда. Так я иду. Так а зачем? Так а я иду. Туда. А я сейчас. Так и так и было. Блядь! На ногу наступила. Мне холодно теперь. Не могу, у меня стрим в руках, Пабло в руках. В этом, что ли? Вон там какой-то ресторан есть. Если можно на улице посидеть, было бы замечательно. С Пабло не хочется вовнутрь заходить. Да. Каблуш уже в Америку убежал. Да. Пабло! Пабло. Я только слышу, как поводок разматывается. Сейчас я толстовку надену, подождите, холодно. Да ты дурак, что ли? Ага. Все, получилось. Пабло должен понимать испанский, я думаю. О, там фотосессия, влюблённый, смотрите. Как придумали. Там, наверное, сегодня что, суббота, да? Там, возможно, свадьба какая-нибудь. Ворвёмся. А, нет, это просто любовный... А, да, свадьба, смотрите. Четыре свадьбы. Кто там вместо четырех свадьбы наш стрим смотрел? Вот, пожалуйста, вам четыре свадьбы. Да я несу. Четыре свадьбы. А вы боялись пропустить четыре свадьбы. Одна из четырех точно есть. Все. Остальное досмотрите по телеку. Вон, туда. Есть там что на улице? Не вижу. Столики. О, да, можно на улице сесть, отлично. Не обзывайте каблушу, а басыт по душу. Куда по клумбе? Кто видел? Ничего не было. Что за это? Стоп-хам. Иди спроси, где же там веранде. Что, вот, пожалуйста, садись на любой, за любой столик. Куда хочешь? Я рэпер. Битбоксер. Здравствуйте. Сюда можно? Супер. Тут ручка чья-то. Ваша? Наверное. Нет, что? Опа! Сейчас принесу что-нибудь, я вас поставлю. О! Сегодня день падения. Здравствуйте. А можно еще одну меню? Еще одну меню, нас двое. Оба! Оба! Сейчас поближе тоже возьму. Ты хочешь на террасу? Не, просто вдруг хочешь. Туда? Не, там шумно. Согласен. Па-па-па-па. Фреш есть. Морковь, апельсин, грейпфрут, яблоко. А что, не принесу, чтобы мне поставить? А у меня что-нибудь... В сумке по-любому есть. Сумка. На, поблушу. Это раз. Да. Это не поблушу. Кого сейчас поставим? Водички для собак принести. Ай. Было замечательно. Спасибо. Эх. Сейчас мы стол починим, подожди. Без проблем мы там. Сейчас и там починим. Типичный батя за столом. Жена на час. Получается. Ай. Даже на пару секунд. Я быстрая. Да.
Феррари. Все? Ну как бы нормально. Ну что? Давай стульчик поставим его на стульчик. Дай поближе. Здравствуйте. Да нормально, но раньше был вкусно, последний раз мне чуть не понравилось. А что ты смотришь, что хочешь? Стандартно. Я тебя буду называть не Кира, а Тарта. О, там йоми. Я хочу суп. Борщ. О, я борщ буду. Домашним салатом. А, салом. Салом. Салатом же. Креветки розовые. Что это? Креветки розовые. Розовые. Может, они в виде розочки выйдут? А можно сразу заказать? А есть тартар с говядиной? Нет, только с лососем. Тогда с лососем. Хорошо. Борщ можно? Борщ. Что попить? Да. Есть что чай масала? Нет, чай масала нету. У нас есть зеленый, есть фруктовые чаи, есть черные. Фруктовые, ягодные. Ой, зайди водички попей. А есть и лимонадики? Да, есть лимонадики у нас домашние, лимонады. Клубника, базилик. Вы можете сказать, я вам верю. Да, клубника, базилик, есть дюшес, есть классический, есть тропический. Давайте клубнику, базилик. Клубнику, базилик. И борщ, интересно, сочетание. И фруктовый чай. Ягодный чай, хорошо. Да, ягодный. Давай еще что-нибудь поесть возьмем. А я еще. А что такое креветки розе? Креветки в панировке, они с соусом розе. А есть не панировки? Просто вареные. В панировке можем на гриле сделать. О, вкусные гриле, да? А хвостики вы чистите или? Не, они будут как жюри. Нет, с хвостиками мы принесем тарелочку под хвостики. Ага, хорошо. Нет, они как бы очищенные, но хвостики остались. Ага, да, давайте так. Пабло. Дай что-нибудь одно возьмем на двоих. Может, что-то на гриле возьмем, попробуем? А рыба есть на гриле? Да, дорад на гриле у нас. Давай дорад на гриле. А где она? Что, это у нас рыбка, ну, да. Вот дорад на гриле. Филе с овощами. Какое большое меню. Стейк лосося есть. Без строганов из телятины. Это мясо. Что хочешь? Я мясо или рыба? Я не знаю. Я хочу рыбу. Рыбу. Давай дорад одну возьмем. Да. Она без гарнира? Без гарнира, да. Не надо. Ничего не надо? Салатик никакой не надо? Овощи? Так, можно овощи свежие? Свежие овощи. Да, салат. Можно. Ну, я свежих овощей и всегда. Пока суп. Все, сейчас мы еще выберем. Суп. Так, я можно повторю тогда меню? О, меню. Заказ. Так, у вас борщ, у вас тартар из лосося, креветки розе. Креветки, да, мы на гриле сделаем. Чай у нас ягодный. И клубника, базилик, лимонад. И дорада. И дорада. Хорошо. И пока свежий. Овощи. Хорошо. По карте можно у вас, да? Да. Одно заберу, тогда меню. Да, одно, кстати. А где у вас уборная там внутри? Да, внутри. Через главный вход там, да, зайти до конца и налево. Здесь вечером очень красиво. У них вот эти гирлянды горят. И вот, как будто на даче сидишь. Подключи его. Подключить? Пабло? Давай. Попил? Да. Ты мой адрес. Башку не удать. Ребенка забыл. Что-то далеко. Все, мы заказали, можем поближе. Ой, спасибо. Пока. Пока. О, как пахнет. Як пахнет. Я так понимаю, мы сегодня в салон не успеваем. Сколько времени? У нас к 4. А время? Да, я не знаю. Давай ну, перенесем. Я перенесу. Мне надо. Мне тоже надо. Мне надо. Сегодня в салон иду. А что вам показываю? Потом покажу, когда будет готово. Сейчас я попрошу принести на... На 6. 4 с Ты... Почему ты собаку назвала Пабло? Расскажи. Потому что чихуа – это порода мексиканская. Это одна из древних пород. И когда я выбирала вообще собаку, я хотела карликовую. Изначально хотела француза, но они очень болезненные. Типа они хрюкают. Но они хрюкают – это мило, но им дышать тяжело. Вот. И выбор пал на чихуа, потому что у них скелет более, так сказать, настоящей собаки. И они... якобы меньше подвержены всем болячкам, потому что не искусственно вывезена порода, а настоящая. Так как я фанатка сериала про Пабло Эскобара, вот, мне очень нравится, в принципе, философия мафии, картелей в плане семьи, поэтому я решила, что Колумбия рядом с Мексикой, не слушайте их, не смотрите, не отвлекайтесь. Вот я решила так назвать.
Хотела Дон Корлеоне, конечно. Но Дон я бы его звала. Дон. Вот. Вот этот разговаривает. Это он играет, если что. Опа. Ну куда вы грязными губами? Он же нюхал все. Облизывал все саки. Фу. А сака получается. Фу. С одного стакана не пьем. Сколько мы ему? 1.5 годика. Хочу норку, говорил уже? Да. Куда полез? Опа. Опа. Ну куда ты по столу? А ты куда смотришь? Да. Ты чё? У них любовь вообще. Я как с детьми гуляю, реально. Эй, чего? Это же хорошо. Вы радостные. Это самое главное. Че, а, перевести время, пока отвлекли да. меня. Я же сейчас хотела сториз для начала с ней. А мне тоже. Дети набегались, старший ребенок еще и на лошади покатался, младший обнюхал и описал все, что можно, поэтому мама теперь может покушать. Так, перенести. Я помню, иду. Как дела? Дела шикарно. Покаталась на лошади, побегала, поджимался, все поделала в этой жизни. Еще раз добрый день. Не рассчитали время. Есть. Обожаю собак. Есть запись. На 6? Да. А сегодня что, какой день недели? Выходной, да? Суббота, да. Сейчас где-нибудь здесь тачку найдем, поедем. Мы же уже... И вы такой грустный малик поставили, чтобы не извели. Да. Где ты? О, как хорошо. Надо бы сюда как-нибудь вечером приехать. Очень красиво. Я пойду помою руки. Сама помойся. Ну, ты можешь футболку приодеть? Да. Давай, ребенка. Давай тебя раздену. О, как пахнет мангаль. Ля-ля-ля-ля. Тоннель она потеряла. Мы никак не доедем. Надо купить или заказать. Кстати, кто присылает ей подарки? Если планируете присылать, она очень хочет плаги деревянные и каменные. И тоннели, размер тоннеля у нее 10 миллиметров, сантиметр. А, любит она. Сладкое не присылайте ей. Мы сладкое отдаем все детям, отвозим ей игрушки. Но если хотите детям, то мы передадим им. А, вот. Она любит мясо вяленое. И очень любит рыбу в любом ее проявлении. Гречку уже отправляли. Всем плюс. Легендарная девятка. Всем привет. Кто тут мои? Ты все смирился уже, устал. Я устал. Ой, как мы его увозили из дома, вы бы видели. Ну, когда вот с дядей ездили. Он прям скулил, не хотел уезжать. Я его вообще там не видела. Я только периодически Пабло, и он где-то из-за угла. О! Да, с клещами, да, я его обработала каплями. Все, им просто не могу найти поводок на дно купить от клещей. Не-не-не, я его обработала. И дом проверяю после каждой прогулки. И купаю. Он линяет, капец. Да-да. Двумя детьми трудно. Да нет. Я многодетная, у меня еще Влад. Я многодетная мать, у меня их трое получается. Ты что, не шашлык? Я думаю, шашлык. Хулиган топает. Смотрите, какой хулиган. Что за хулиган такой? Оп, походочка. Оп. Маршрует. Все чистое? Да. Теперь я пойду в руки помыть. Нашла там быстро. Может, сразу побежал. Ну, заходишь через дом вход до конца. Я здесь не первый раз, я вкусила. Не смущаю, я тебя привела сюда. Як пахнет. Русский теннисный клуб, смотри, сзади написано. Надо сюда приехать, вон, смотри. Вон, видишь, площадка, это большой теннис. А, да? Да, надо будет поиграть. Да, тут... хотите, чтобы мы поиграли в большой теннис? И сюда прям, здесь все в аренду есть, ракетки и все.
Я еще покричим. Пинг-понг, настольный теннис люблю. Спасибо. Достать. Пабло, нельзя. Надеюсь, на сладкий. Сядь. Нельзя. Я не живу у Пабло. Какой цвет ногтей будет? Слушайте. Не знаю, я люблю, конечно, классика черный. Думал насчет розового, но не знаю. Наверное, серый какой-нибудь, светло-серый. Когда влог? Скоро. Скоро, определенно скоро. Сейчас уже редактирую видео, как оно, с поездки, вот мы ездили за город. Нельзя. Чего? А я сесть дай. Бабусь, двигайся. Хочешь сказать, ты же не пробовала мой лимонад? Нет. Скажите, я не пробовала лимонад вообще-то. Что это такое? Снег пойдет, что ли? Пабло не напряжен, но он устал очень. Вкусненько. Очень вкусно, прикольно. Блин, мало. Ням-ням-ням. Как отправить по ссылке, напишите в телеграм-канале, в наших чатах есть админы, они вам помогут. Сём, ты тут, морковка? Продублируй наши ссылки на телеграм. Пожалуйста. Хотя все, наверное, кто смотрит стрим, там есть. Вдруг кого-то нет. Слава богу, не сладкий. А что это с чем? Кто? Не. Что это? Очень кисло. Малина? Фиг его знает. Стучится. На границу. Да. Что? Не надо дальше. Типичная Кира. Горячо. Минусы сплетает, вот она когда разговаривает, или когда злится, у нее прям меж языка с меня от злости стреляет. Все эдиты, что в сторисах мы смотрим. Мы не смотрели единственное, пока в доме были, отдыхали. Ничего вообще. Очень странно, на самом деле. Отметок много, и они не сразу прогружаются. То есть, если мы не посмотрели, просто выкладывайте это еще раз. Скорее всего, просто отметка пропала. Хотя 24 часа не прошло, но отметки почему-то пропадают. Какой у него прозамер одежды? М-ка. Блин, Элька, которую он обысывает весь этот свитер. Ну да. Ну, М-ка. Скрихи. Ты прости, мама. Пабло, что там под столом? Ну, интересно. Отметки пропадают, когда 3 часа проходит. А, да? Как странно. Обещано же 24 часа. Обещано, 3 года жду. Опа. Солом пока мальчит. Да я думаю, приму. Думаю. К
к Сплиту привыкать, нет, не сложно. Надо просто мозгом понять новую геометрию языка и все. За 4 дня примерно понимается. Я не представляю, как. Ауа! Креветки на гриле. Какой быстрый. Красивый. Пабло. Тартар. На свой стул. Спасибо. Угу, борщ. Вот. О, борщ, борщ. Ага, да. Ух ты. Приятно. Спасибо. Спасибо большое. Ничего не вижу. Вижу кофе. В целом. Чат для сторис теперь, ВК для сторис, для телеги. Все для вас. Моя жизнь. Моя тоже. Малой проходит, говорит, моя жизнь – еда. Звучит как девиз по жизни просто. Такс. Сегодня у нас меню Пабло, борщ. Что ты взяла? Тартар из лосося. Креветочки, как его. А боже, нельзя. Да, блин, так хочется, так хочется. Блин, очень красивые креветки. Сейчас, теперь обзор для вас. Борщ. Одна штука. Надо было сторис снять. Тартар. Овощи. Сейчас побыстро дадим огурчик. На зайчик. Аккуратно, аккуратно. Спасибо, спасибо. Аккуратненько кусает. Давай еще, давай еще. И как сладко кусает. Там в чате пишет, кто-то идет сегодня делать сплит языка. Да? Угу. Мое поздравление. Закупитесь хлоргексидином, он вам понадобится. И если вдруг ночью разошлись швы, не пугайтесь, а сразу бегите к мастеру. Но мне повезло, у меня не разошлись. А обычно расходятся, типа швы? Ну, есть, у меня мальчишка делал... Ну, не у самого лучшего. Кстати, да, сплит языка – это хирургическая должна быть операция. То есть ну, надо, нужно делать у специалиста-хирурга. Не просто кто занимается Пабло. Проколами и так далее, не к самоучкам, а идите к профессионалу. Не пожалеете, там на пару Пабло. Тысяч будет дороже. Вот мальчишка делал, ну, типа для сравнения, я делала за сколько? Блин, не помню, 8-12 тысяч стоил сплит сам. Ну, плюс, все, короче, за месяц мне вышло 20, потому что очень много хлоргексидина, ой, мирместина. Мирместина уходит. Но я не знал, что есть хлоргексидин тоже самое. И покупал мирместин, короче. Вышло у меня всего в 20 тысяч, потому что очень много надо постоянно промывать. А и плюс обезболы. Я 4 дня на обезболе жила, потому что было очень реально больно. Идите к профессионалу, потому что у меня мальчишка делал, короче, ну, вот снимая пальчик, вы поняли, да, допустим, где-то 10 тысяч, ну, возьмем, да, разрез в среднем. Сидит. Нормальный, хороший. А он делал за 4. Ему прижигали. А, нет, одному прижигали, а второму накладывали швы. И вот, когда ему наложили швы, не профессионал, он пришел домой, и вечером, либо ночью у него разошелся шов. Он говорит, он сидит, думает, что-то и прям, ну, вытекает, начинает течь кровь, резко он подбегает. Он говорит, у меня такое месиво во рту было, швы разошлись, короче. Ужас. Да. И мастер даже не смог его принять, потому что он уже спал. И сказал, ну, слушай, там это, подержи до завтра. Ну, короче, не, лучше всегда, ну, накопить денежку, не жалеть на вот эти деньги. Это же, ну, это должно быть качественно. Поближе девушки пока нет. Ищем. Да, в процессе. А что это такое? Сердечко. Фасоль. Оливка какая-то выцвешилась. Странно. История моей подруги во время еды. Пабло, нельзя. Нельзя. Садись. Садись, блин, я тебе сейчас дам. Нельзя.
Нельзя. Нельзя. Дай маме больше поесть, боже. Пабло. Не свисти. Ходят всякие тут провокации для побольше. Не плачь. Вкусно? Ну, большой без говядины. Чего? Больше без говядины. Ну, слушай, неплохой. На каждом стриме Кира кушает. Стабильный знак мастерства. Кстати, когда в «Газели» ездили, не кушали. Уже так с шашлыком. Традиционно ручно. Любимая вкусняшка по блюше – это говяжьи эти палочки. А больше мы ничего и нельзя толку. Все, я все. Вкусно? Ну, да. Можно было попустить. Кисленький мало. Нам надо я спать, пока. Пока. Еще дорада. Сама зараза. И Мариска. Я и Марис. Гонту Марис. Смотри, да. Любимое имя? Нет. Пабло. Ладно. Кира ест тартар из лосося. Какая марка машины тебе нравится? Audi. Сейчас хорошо зайдет. Что с Каспером? Расскажи. А? Говорят, что с Каспером? Что с ним? Ну, вчера. А, акум сдох. Очень резко. Паблуш. Паблуша. Сейчас со стула упадешь. Это кепка всего лишь. Вот она на тебя нападает. Свадьба праздна. Даже не хочу понимать. Иди сюда, иди. Что это? Соус. Какой? Острый, и это похож на терянки. Соевый. Ну и что? Без всего вкусного. Куда ты все лезешь? Поблюдь дома покушай. Чего ты киваешь? Я на свой вопрос. Я на свой вопрос. Мне надо было прочитать, и она ответила головой. Вот и думаете, кому она ответила. Да ёп... Как кто там? Кого же?
Пабло, ты что, дураться будешь? Я сюда не кую. Тихо. Да блин, ну успокойся. Так, все, сиди один. Вот сейчас стул упадет и все. Да, мамуль. Что такое? Просто написал дочери и сразу пропущенный. И недовольный смайлик. Что присылает мне мама? Как это понимать? Гораздо большие? Ну, такая приличная. Ну, такая. Что, будем сейчас стримить или что-то, или видос снимем, нет? Да нет, что-то будет. По-любому сейчас сделаем видос вообще, как есть для отдыхать. Да, сейчас мы, короче, определимся. Завтра, я думаю, что вообще сегодня делать? Запустим. Может, сегодня? Можно сегодня. Сейчас мы как раз с Сарделькой спишемся. И решим, что делать. Может быть... Можно. Короче, мы придумали, что делать. Осталось только Сардельку предупредить. Но мы его предупреждать не будем, его по факту поставим. Короче, я думаю, что мы сейчас мы закончим на этом. И продолжим, наверное... А не знаю. А. Тогда видео. Кое-что будет завтра. Кое-что. Ха-ха-ха. Все, всем пока. Ну я в дурку вышла. Нажми кнопку. Она не умеет. Пока. Куда нажимать?